в концовке была техническая ошибка, вы ее все видели, так что сейчас мы узнаем, потеплеет ли строгий взгляд судьи. У нас судьи сегодня привередливые. Мне сейчас страшно. Блин, никак чисто. А? Никак чисто не прокатывает. Молодцы. Хороший вообще нам. Все смеялись. Блин, ну что ж такое, а? Какую хрень? Да не, ну там просто это самое, у него спаятель. Ну, думаю, что... Мы все сделали, все сделали. Классно все. Да все отлично. Все супер. Мы долго ваш танец на льду не забудем! Спасибо. Не, ну очень смешно было. И последний волчок чуть-чуть разошлись. Ну как бы, если уж так, с технической точки. Валерия Ланская и Алексей Ягудин. Оценки за технику. 6-0, 6-0, 5-9, 6-0, 5-9. Средний балл 5,96 балла. А оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 11,96 балла. Нормально, да он-то все сделал. Я не могу не спросить мнение об этом танце у близкого друга, Муслима Магомаева. Юрий Александрович, вам слово. И я очень рад, что вот вся эта программа, она посвящена именно Муслиму Магомедовичу. И, честно говоря, мне жалко, что если бы... Муслим Магомаев слышал все те слова, которые были сказаны за последние вот эти почти 40 дней, то, наверное, он бы был с нами. Мы почему-то при жизни стесняемся или не хотим говорить, но я думаю, что если бы мы все-таки говорили при его жизни о том, что мы слышали вот сейчас, он бы до сих пор был бы жив. Вы знаете, он ушел от нас совершенно недавно. Я уверен, что Муслим Магомедович там нас слышит. Да, Вер. Антон, у меня вопрос к тебе, как к парнику. Получилось ли у ребят передать атмосферу парного катания 70-х? Однозначно получилось, и мне очень понравилась идея номера. Это возврат к фигурному катанию прошлых лет. И, на мой взгляд, в техническом плане всего было достаточно, ну а внутренняя атмосфера во время номера была еще сильнее. Я вас поздравляю, замечательный номер. Татьяна Анатольевна, судя по вашим оценкам, вам что-то не понравилось. Опять пишу. Мне все понравилось. Мне очень понравилась идея номера. Я это фигурное катание застала. И я в нем каталась сама, в этом фигурном катании. И здесь очень хорошая была, настоящая была пародия на парное катание, на танцы. Вот. Я думаю, что в конце Лёше было бы легче поднять и поворачиваться, Саш, в левую сторону, чем в правую, да, на поддержке. И, может быть, тогда они в конце бы не упали. Вот. А за то, что они в конец сорвали, я поставила 5-9. И всегда так буду ставить. И это справедливо, Татьяна Анатольевна. Выбранная вами композиция просто обязывала к идеальному катанию. Я так понимаю, что такая ответственность добавила мандража перед выходом на лед. И поэтому сегодня не все 6-0 получились, да, Леш? Понимаю, что мы находимся сегодня, вот нынешний день, но так было прикольно и здорово вернуться в прошлое, потому что мы все помним, как катались... Те фигуристы вот 70-х. И попробовали сделать очень много сложных элементов. И, Татьяна Анатольевна, мы простых путей не ищем, поэтому вот мне захотелось повернуться в правую сторону. Ну вот, в следующий раз будем поворачиваться через левое плечо. Но, к сожалению, да, была ошибка, но что поделать, бывают и конечно, неудачи. Вера?
связи с тем, что мы действительно делали очень много новых для нас элементов, сложных элементов, и подкрутки, и выбросы, и так далее, все это было для нас очень сложно, но несмотря на это, мы очень хотели передать вот эту атмосферу, которая нас заразила в процессе постановки этого номера, потому что действительно катались с удовольствием, и нам этот номер очень нравился и нравится, и, не знаю, действительно удалось сохранить вот это вот внутреннее состояние, и мы очень рады, что удалось заразить зрителей и судей этим состоянием, этой атмосферой номера. Ох, удалось, заразили. Спасибо вам огромное. Удачи.